Всем привет, меня зовут Мадина, и сегодня я вам расскажу, как открыть свой салон красоты. Поехали! Сайт для салона красоты необходим не только для того, чтобы информировать ваших клиентов, но и для того, чтобы привлекать новых посетителей. Поэтому для этого вам необходимо, чтобы ваш сайт был визуально приятным и информативным, не перегруженным текстом. В принципе, сейчас длинные тексты практически никто не читает, поэтому они на вашем сайте не нужны. Разделы, которые необходимы для вашего сайта, я вам сейчас расскажу. И первый раздел – это перечень услуг. Добавьте на ваш сайт ваши услуги, красивые тексты напишите, не длинные, красивые информативные тексты – это залог вашего успеха, успеха вашего сайта. Далее, конечно же, это блог с прайс-листом. Например, если будет такая ситуация, что я ищу салон красоты и натыкаюсь на сайт, где не нахожу прайс-лист, это очень важный элемент сайта, я вряд ли захочу звонить вашему менеджеру, тратить на это время, и, наверное, мне будет легче просто перейти на другой сайт, где уже будет прайс-лист, где будет устраивать мне цена, и вследствие чего вы можете просто потерять своего клиента. Поэтому добавьте на ваш сайт прайс-лист. Далее, немаловажный блок – это список мастеров. Да, добавьте фотографии вашего мастера, сертификаты вашего мастера, также работы вашего мастера, чтобы клиент, заходя на ваш сайт, он мог сразу определить и, в принципе, посмотреть, какому мастеру его записали, посмотреть его сертификаты, его работы, чтобы уже оценить, да, куда я пойду и с каким человеком я буду взаимодействовать в свою запись. Идем далее, и это, конечно же, онлайн-запись. Предоставьте вашему клиенту возможность записаться онлайн, да. Не все, как я ранее говорила, с прайс-листом, не все любят звонить, не все любят тратить на это время, поэтому очень круто, если на вашем сайте будет онлайн-бронирование, такая онлайн-запись, где клиент может выбрать время подходящее, определиться с датой, которая ему будет удобна. Поэтому онлайн-запись – это важный блок. Идем далее, добавьте отзывы, если, конечно же, у вас есть отзывы от ваших клиентов, если еще нет, то собирайте обязательно, собирайте отзывы не только письменные, но также можно в социальных сетях собирать, то есть просить ваших клиентов, например, сфотографироваться в вашем салоне, либо можно какой-то добавить бонус для того, чтобы ваш клиент оставил отзыв, поэтому это тоже очень важный блок. Идем далее, и, естественно, это последний блок, который нужен, который важен, это контакты и адрес. И также я рекомендую добавить фотографию вашего салона, живую фотографию именно снаружи, которую будет видеть ваш клиент и будет понимать, что ваш салон не фейк, он как бы реальный, да, и есть вот фотография. И, конечно же, оставить свои контакты. И сейчас я вам покажу, как же создать свой сайт такой вот, да, как создать именно онлайн-запись. И переходим на сайт advanshop.net и создаем свой интернет-магазин. Добавляем свою почту, придумываем пароль для своего личного кабинета и нажимаем «Создать». Здесь также нужно заполнить свою информацию. И нажимаем «Войти». Первое, что я хочу вам показать, это как же сделать это вот онлайн-запись, онлайн-бронирование. Переходим в настройки и нажимаем «Бронирование». Здесь мы ставим ползунок и нажимаем «Сохранить». Вот так у нас создалось наше бронирование. Здесь вот переходим в журнал записей. И также можно уже создавать, да, и дальше пройду услуги. Можно подключить, добавить свои услуги. И в настройках филиала добавить уже свой адрес, телефон и так далее. Все, мы добавили, сделали активным наше бронирование. Сейчас мы переходим уже на создание нашей странички. Добавим канал воронки продаж, создаем воронку, я выберу пустой шаблон, назову его «Салон красоты».
Нажимаем продолжить. Вот у нас создался наша страничка. Переходим на нашу пустую страничку. И добавляем блоки. Нажимаем «Добавить блок». Здесь мы можем добавить, например, шапку. Ну, свой логотип, да, какой-то, если он у вас есть. Если у вас его нет, то вы, в принципе, можете его сделать сами из названия вашего салона красоты. Далее добавляем блок «Услуги». Вот таким образом у нас будет блок «Услуги». Здесь все редактируется. Вот здесь переходим. Редактируется цена. Вы можете написать какой-то текст. И вот таким образом все редактируется. Нажимаем «Добавить блок». Также хотела показать вам именно бронирование блок. Вот такие вот блоки у нас добавились. Прошу заметить, если вы в настройках не сделаете активность блока бронирования, то у вас вот здесь вот он не появится. Можно добавить ресурсы и выбрать, например, филиал. Это я вот для примера вам покажу. Записаться. И вот здесь вот такой календарик можно уже добавлять, то есть ваш клиент сможет записаться онлайн. Далее также есть блоки отзывы. Все это вот прекрасно и очень просто добавляется. Здесь вы можете менять фотографию, также добавлять текст вашего отзыва, да, ваших клиентов. И также хотела показать вам форму захвата, что также у нас можно добавить форму захвата. Например, вот такую, если, например, ваш клиент не захочет записываться онлайн, захочет как-то обсудить, что-то спросить, вы можете, в принципе, ему предоставить такую возможность, оставить заявку, и вы, например, перезвоните ему, да. И также хотела вам показать блок с контактами, что можно добавить интерактивную карту вашего салона красоты. Все это очень просто вот так вот добавляется, да, я сейчас, в принципе, за 5 минут накидала, да, вам прототип такой вот сайта, конечно же, не очень симпатичного, но все же это может выглядеть очень красиво, очень приятно, поэтому заходим на платформу advanshop.net, создаем свой сайт, не забываем про онлайн-запись, онлайн-бронирование, что есть такая возможность, и подписывайтесь на ваш канал. С Новым годом вас, всех благ, успехов и всем пока!